Друзья, привет! Сегодня я хочу вам рассказать о разнице между классической гитарой и акустической гитарой. То есть, смотрите, у меня вот сейчас в руках акустическая гитара. Да, это гитара с железными струнами, которая рассчитана на то, чтобы играть рок, или блюз, или джаз, или аккорды себе подыгрывать, когда песню поете, да? А есть такое понятие, как классическая гитара. Классическая гитара – это гитара, которая играет классическую музыку. Она особенная. У нее всегда стоят нейлоновые струны, да? И у нее обычно нету выреза вот здесь вот, чаще всего. Да, у нее чуть-чуть больше саундхолл. И крепление струн здесь вот не такими вот креплениями, которые зажимают струны там в корпусе гитары, а струны прямо они привязываются к этому порожку, да? И, соответственно, это абсолютно другая программа. То есть здесь, в Англии, да и всюду, где есть система Trinity BRSM, всюду есть четкое разделение. Если вы покупаете книжку по, опять-таки, этим двум программам, и там написано «гитара», то это, скорее всего, будет именно классическая гитара с нейлоновыми струнами. И именно в Syllabus даже там будет написано, что на экзамен вы должны приходить с классической гитарой, струны должны быть нейлоновые, и держать ее не нужно не вот так вот фривольно, как я держу свою акустическую гитару. А это классическая гитара, под ногу ставится под левый стульчик, чтобы она была выше, и держим гитару вот таким вот образом, да? Я немножко неудобно сижу, нужно вперед наклоняться, чтобы правильно было, да? Но принцип вы поняли, то есть это вот классическая гитара, да? Там абсолютно другая программа. А акустическая гитара, это, например, если вы или ваш ребенок, или ученик будет учиться по программе Trinity Rock School. Такая программа тоже есть, и там идет разбор как раз-таки популярных песен, популярных групп, и там нужно играть под минус, то есть там абсолютно тоже другие задачи. Да, поэтому прошу вас, разделяйте эти две гитары. Классическая, это без выреза с нейлоновыми струнами и большим саундхолл, и акустическая, которая у меня с железными струнами и которая немножко поярче звучит. Да? Всего вам хорошего, выбирайте гитару правильно, посмотрите вот это видео, как правильно выбрать гитару. И будет еще одно видео интересное, где мы с Филиппом будем вам рассказывать про гитары, какие типы бывают. Тоже постараюсь попозже вставить ссылку. Всего вам хорошего, успехов, до свидания, пока!